Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу поделиться с вами своим способом красить губы и как делать их полнее. Многие пишут мне, что у меня и так губы пухлые, там, туда-сюда. Но, девчонки, вот я люблю пухлые губы, вот хоть что. И как бы я их не делаю, да, но я делаю разными способами для того, чтобы их увеличить, сделать объемнее, всякие эффекты сделать. И давно-давно я смотрела там всякие способы, но сколько я их пробовала, мне не очень нравились. И я все-таки нашла для себя способ, просто офигенский, и я сейчас с вами поделюсь. Итак, для того, чтобы наши губы казались еще полнее, чем есть они у вас, для этого нам понадобится хайлайтер, обязательно. Я раньше использовала хайлайтеры обычные, которые для лица в сухом виде, но тут недавно я наткнулась... Сережки крутые у меня, да? И недавно я наткнулась на офигенский карандаш, хайлайтер. Он специально для высветления под бровью и для губ. Я его использую вообще исключительно под губы, я даже его жалею под брови мазать, потому что под брови красивый, обычный, сухой. В общем, это Ева, вот так вот, сделайте себе скриншоты, Ева. Хайлайтер-карандаш, с одной стороны карандаш, вот такой вот. Очень красивый цвет, он, по-моему, у них один такой цвет. И растушевочка с другой стороны. Смотрите, что я делаю. И посмотрите, что потом, как будут смотреться мои губки. Итак, я беру и обвожу карандашом по контуру своих губ и за контуром своих губ. И не боюсь вообще прям этого. Я прям вот, смотрите. То есть вы видите, да, что мы еще ничем не накрасили губы, но уже мы настолько засветлили верхнюю губу, как она у нас вообще сразу ярко светит, да? Можно еще даже вот эти вот носогубные полосочки приподнять. Вот, видите? Вот. Дальше мы берем растушевочку и чуть-чуть растушевываем. Наш хайлайтер. И совсем он не смотрится, да, нет никаких резких переходов, не видно, что там что-то намазюкано. Реально вот отсвечивает, да, сбоку, смотрите. Супер, да? И дальше мы берем и любой блеск, вообще просто любой блеск наносим. Я вот сейчас буду использовать Dior, который я все время использовала, он уже у меня давно, эта помада. Она очень классная тем, что, знаете, ее можно накрасить ярко, и будут такие яркие красные губы, прям сочные. А можно немножечко нанести, и они будут очень натуральные. Она такая универсальная, хоть и выглядит красной. Губную нашу уже не нужно красить, выходя за контуры, да? Но просто я обычно, если не крашу хайлайтером, то я немного выхожу за контуры губной обычной. Все. Этот хайлайтер, он сливается прям с нашей помадкой, вы видите? И просто офигенски выворачивает наши губки. Все, для видео вообще, когда свет вот такой падает, это вообще, мне кажется, идеально. Я вот прям, когда не сильно спешу, я прям стараюсь сделать такие губки. В общем, я надеюсь, вам понравился мой совет. Вот этот хайлайтер, это просто находка, потому что раньше это кисточкой мажешь, что-то там, чтобы было ярко. Ну вот это вообще... Пожалуйста, хоть бы они были. Я если увижу, я его куплю, хотя он у меня еще целый. Я даже когда, знаете, его точу точилкой, и на точилке остается много его прям хайлайтера. И тут же прям губы иду крашу такая. Мне прям жалко, понимаете, настолько он для меня стал драгоценным вообще. А если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, впереди много интересного. И, кстати, кто еще не знает, смотрите, вы видите, какая у меня классная бижутерия. Я приобрела именно в магазине Марк Буш. Офигенский магазин. Там такой большой выбор вот этой бижутерии, браслетик. Вот он вообще под Пандора сделан. Офигенский просто. И я уже сделала заказ, как я говорила вам, что там офигенские трусики 3D. Я очень их хочу. Я уже сделала сегодня заказ и жду
еще бижутерии заказала, в общем, на подарки своим подружкам. Жду не дождусь, скорее, всю эту красоту. Я ссылочку, кстати, оставлю внизу, если кому-то на подарки или себе. Честно говоря, я там выбирала на подарки, знаете, думаю, вот на подарок. Вот что не смотрю, думаю, и я себе такой хочу, и я себе такой хочу. Как я подарю? Ну, то есть очень круто. Ну, посмотрим. Может, себе все оставлю, а может, подарю. Дождусь сначала. Ну, в общем, все, мои хорошие, будьте красивыми, пусть ваши губки будут пухлыми. Именно у тех, кто этого хочет. А кто не хочет, пусть они остаются естественными. Естественными. В общем, ладно. Нет, что естественными? Ну, что я сказала естественными, когда губы... У меня тоже естественные губы. Ладно, короче, будьте все красивыми, а кто любит пухлые губы, пользуйтесь моими идеями. И увидимся с вами в следующем видео. А, совет. Какой совет? Вы знаете, это видео все состояло из одного офигенского совета. Поэтому сегодня советов не будет. А так вы пишите под видео мне свои советы, если хотите в конце видео, чтобы я поделилась им со всеми подписчиками.